мои любимые зрители, с вами сегодня Лилия Донскова. У нас сегодня будет великолепный обзор новинок каталога номер 14. И готовьтесь к сенсациям, потому что их в каталоге очень много. И я начну с самого начала, с чего начинается каталог. Это новая серия профессиональная по уходу за волосами. И она представлена сразу в целой коллекции. Это шампунь, кондиционер для волос, чудесная маска, просто такая великолепная, очень красивый дизайн, профессиональный, классные такие цвета, кремовые, шоколадные используются. И бомбы, которые я очень люблю, это масло для ухода за волосами. В состав масла входит очень дорогое средство, органа и розовое масло. Я уже попробовала масло, выписывала предварительно пробничек, эффект, ну вот просто волшебный. У меня волосы длинные, и когда их наносишь масло на всю длину, до самых кончиков, то волосы стали мягкие-мягкие, такие блестящие, завораживающие. Просто их хотелось трогать и трогать. Поэтому я думаю, эта серия станет не просто популярной, а она будет любимицей у вас у всех. Далее, на что бы я хотела обратить внимание. При заказе из каталога на сумму всего 500 рублей, каждый из вас, на 990 рублей, каждый из вас может приобрести потрясающую такую вот ночную волшебную маечку, сорочку, платьишко даже, да, вечернего, такого красивого шоколадного оттенка. Всего за 399 рублей. А если у вас есть дисконт, то будет скидка еще 20%. То есть это такое шоколадное волшебство. Я потом сделаю фото, приложу их к себе. Вот это самое маленькое. Ну, такие очень приятные на ощупь. Это не просто шелк, это шелк стрейч. То есть она тянется, она очень красиво лежит. Волшебно просто переливается. И красивая отделка с кружевом и цветочками. Вот следующая бомба, которую я вот, например, вот жду уже долго, потому что раньше такая серия подобная была, сейчас ее долгое время не было, и наконец-то она вышла. Это целый уход за руками. И он в себя включает такой красивой коробочки все. Он в себя включает средства для принятия ванночек. Его нужно несколько капелек добавить в теплую воду и погрузить ваши ручки на 5-10 минут для того, чтобы они отмякли, размокли, получили удовольствие и блаженство. Далее вы берете скраб, такой вот скрабик, буквально маленькую капельку достаточно будет, чтобы обработать все ручки и тщательно прорабатывать всю поверхность рук и особенно зону кутикулы. Хорошо промассируете, потом вы все это смываете. Я рекомендую обычно еще воспользоваться щеточкой, чтобы хорошо убрать ненужную кожицу с ногтевой пластинки. И когда вы все это сделаете, берете массажный крем, он с великолепным ароматом. Вот мне показалось, что в состав входит аромат имбирь, вот такой вот запах знакомый. И буквально маленькая капелька массажного крема, и вы сможете самостоятельно сделать массаж. Или сделать массаж кому-то, или кто-то вам сделает, это будет еще эффективнее, приятнее. И получить массу удовольствия. Я хочу вам сразу сделать маленькую рекомендацию. Если вы хотите взять не просто для себя что-то хорошее, а еще и получить это бесплатно, то я вам рекомендую, взяв такой набор, сделать эту процедуру. Она очень простая, сделайте своим знакомым. То есть вам нужно взять специальную чашечку, налить туда средства, посидеть со своей знакомой или с родственницей, пообщаться, пока она будет сидеть, принимать эту ванночку для рук. Потом нанести ей капельку скраба, проследить, чтобы она сделала качественный массаж. Или самим самостоятельно промассировать ручки, кутикулу. Она все смывает, или тоже моете ручку, и потом делаете массаж вот с этим кремом. Вы знаете, вот после таких процедур, мы это практиковали в офисе, все дамы, которые это пробовали на себе, мы, кстати, делали только на одной руке, чтобы увидеть разницу. Особенно взрослые дамы сразу еще видели, что кожа становилась такая расправленная, увлажненная, такая сияющая, и как бы вот по возрасту минус 10 лет сразу.
То есть такой дает эффект классная серия по уходу за руками. Поэтому применяйте, используйте. И самое главное, всегда спрашивайте, вы бы хотели такую серию? Вам одну заказать или две? Одну себе, одну кому-то в подарок. Поверьте, у вас всегда будет очень много заказов на такие серии. Далее, на что бы я хотела обратить ваше внимание, это новые палеточки для губ. Они такие красивые, очень приятный материал, то есть такой прям красиво сделан дизайн. Палеточки ярких оттенков, потом мы попозже вам покажем фото. Удобно открывается, то здесь есть специально такая кисточка, как язычок из атласной ленточки. В наборе также присутствует кисть. Вы приподнимаете, открывается палеточка и выбираете цвет, который вам нравится, который подходит под ваш образ, и наносите на свои губы. Помада стойкая и очень красивые оттенки, яркие, сочные, такие прям чарующие. Также новый карандаш в декоративной линейке, который выкручивается, то есть он выглядит как обычный, который мы привыкли точить, но этот хитрый, у него есть на хвостике такая штучка, которая крутит его туда-обратно, и вы можете его просто выдвигать и по желанию немножечко точить, чтобы он был остренький, кто как любит. Далее, хочу обратить ваше внимание на также крем для ног, так, как это называется, скандинавский кедр, я хотела сказать, кедровое счастье, пахнет очень вкусно, я его уже открыла, дегустировала, то есть у него приятный, просто потрясающий аромат, как будто вы находитесь в кедровом лесу. Используйте для ножек обязательно, я уверена, что он будет приятно смягчать и согревать ваши ножки зимой, в морозы. И, конечно же, вам в помощь такая прекрасная, яркая, создающая потрясающее настроение пилка. С одной стороны, очень грубая, а с другой полирующая, такая мягенькая. То есть сначала распарьте ножки, воспользуйтесь жесткой такой стороной, удалите все грубости, которые нарастают, все ненужности, и потом мягенькой гладкой стороной отшлифуйте, отполируйте, чтобы ваши пяточки блестели, сияли, сверкали и радовали глаз, не только ваш, чтобы ваши пяточки захотелось даже поцеловать. Так, и немножечко про обновленный дизайн моих любимых кремиков по уходу за кожей. Посмотрите, какие они классные. Здесь целый стакан, 250 миллилитров. И, вы знаете, всегда приятно видеть что-то новое. И даже вот этот новый дизайн, вы заметили, наверное, что это золотое обрамление, так красиво смотрится. И вот такая баночка, она не просто дает наслаждение телу, она радует глаз, когда вы видите ее на полочке в своей ванной комнате или на вашем столике, где вы делаете свою красоту, создаете и творите. Вот такие вот потрясающие кремы, я их просто обожаю. Они легкие, прекрасно впитываются, несут такой тонкий аромат. И что особенно здорово, то что можно взять крем, например, да, вот Red от Demi Moore, My Red, и точно такой же парфюм. То есть вы наносите крем после душа на все тело, далее вы дополняете парфюмом волосы, наносите на запястье, замочку уха, и получается, что у вас общий образ завершен, то есть аромат от всего тела одинаковый, то есть нет такого, что здесь там пахнет одним, здесь другим, здесь кисленько, здесь сладко, здесь там цитрусовое свежее, здесь цветочное, здесь восточное, а все будет в одной гамме. И это особенно классно, то что аромат крема и парфюм будут друг друга дополнять и продлевать аромат надолго-долго. И сейчас мы переходим с вами к бижутерии. Наверняка вы заметили, что на мне необыкновенная просто находится такая вот штучка, как ошейник. То есть металлическая круглая штучка, на ней подвесочка, такое же колечко и серьги. И как дополнение можно повесить не на кольцо, если вы боитесь его там помять, то просто на цепочку. Вы также перевешиваете вот эту бусину круглую, красивую, с таким потрясающим цветом, фиолетовый, как аметист, очень классно. Или на цепочку, как вам будет удобно. И еще одна коллекция в змеиной теме. Это такие вот серьги, змеюшечки. Классное ожерелье. Тоже очень красиво выглядит.
если одевать с любой одеждой, очень стильно, эффектно, такое прям змеиное ожерелье. И, по-моему, в этой коллекции все. Так. И осталось у нас с вами аксессуары. Это сумки. Это сумки, это шарфы. И я не могу удержаться, чтобы не показать вам вот эту прелесть. Это маленькое чудо, вот такая вот кубышечка кругленькая. У меня вчера посмотрела подружка, сразу его заказала. То есть так приятно на замочке. Вы можете открыть. Внутри сейчас посмотрим, что здесь интересного. Такие вот веревочки здесь. Их можно спрятать, кстати, вовнутрь, если хотите. И носить эту сумочку просто вот так вот на руке. То есть, да, если вам удобно, можно отстегнуть этот ремешочек, если вы не хотите с ним ходить, или пристегнуть обратно. Но самое главное, что это целый комплект. Есть такой классный пояс с такой же отделкой, все переливается золотом, искрится и блестит. Очень удобная застежка. Единственный недостаток, я бы сказала, этого ремня, то что он не регулируется, но он на резиночке. Я вот померила, чуть позже вам покажу. Он немножечко для меня великоват. Вот такая стройная. Вот. Но, тем не менее, очень красиво. И шарф такой же золотистый на черном фоне. Эти прикольные такие кляксы золотого цвета. Такое все мягкое, необычное. Кстати, в Ютубе очень много видео. Потрясающие видео, как вот можно накручивать шарфы разные. Платки делать их очень красивыми, и вот из такого огромного платка, шарфа даже, да, можно натворить таких чудес, просто необыкновенных. Ткань по качеству очень мягкая, согревающая, очень приятная. Это тоже еще не все. Также мне очень понравилась сумка Mona. Она очень такая плотная, то есть она не мягкая, держит прекрасно форму. Она на завязочке, то есть можно развязать, растянуть ее, и вот такой получается мешочек, куда вы можете все сложить. Там даже есть внутри карман такой подвесной, как косметичка маленькая, вы в нее можете сложить всякие мелочи, чтобы не потерять. Она на молнии, жу-жу-жу, и опять туда спрятать, то есть это для всяких мелочей. Ну, вот так сумка очень жесткая, это на любителя, в общем-то. А вот в отличие от Mona, сумка в осенних тонах, такая японская осень, по-моему, она называется. Вот это очень мягко. Вот я люблю такие вещи, мягкие, комфортные. Очень удобная ручка. Сейчас посмотрим по размеру. То есть она на молнии. Внутри есть карман на замке. И два кармашка, как обычно, для телефона и мелочей. Ну, вот по размеру, пройдет ли каталог или нет. Я всегда примеряю, чтобы сумка была не просто красивая, но еще и функциональная. Берем каталог. И он спокойненько, видите, входит и выходит в нашу сумку. То есть крутая сумка, можно брать. И очень красиво сделано. И к ней также идет вот этот шикарный шарф, который я тут разложила. Не могу на него налюбоваться. В таких потрясающих осенних оттенках. Вот это рыжая, зелень, черные оттенки. То есть очень, очень глубокие цвета. И самое главное, он огромный. Это целый плед. И можно будет в нем и зимой ходить, потому что он очень теплый. В отличие вот от того шарфа, который я показывала, тот все-таки более легкий, такой вот, ну, на теплую все-таки еще достаточно погоду. И этот шарф очень плотный, очень мягкий, теплый. То есть это целое богатство. В него можно прям завернуться буквально целиком и согреться. И сумочка будет прекрасным дополнением к образу. И это еще тоже не все. Есть еще одна сумка, которая идет не просто сумка, а еще и с браслетом в таком вот индийском каком-то стиле, расшито все пайетками. Пайетки очень меленькие, очень красивые, она вся переливается, и красивые цвета подобраны. То есть снизу начинается от теплых оттенков светлых, переходит в синий, потом рыжий, черный, золото. То есть все это так гармонично. Сумочка на молнии. На молнии и на вот такой цепочке, которую можно носить на плече. Тоже очень красиво и прекрасно к ней идет браслет. Как раз акцент, самый яркий цвет оранжевый, и браслет тоже оранжевого цвета. Вот, пожалуй, все, что я хотела вам показать. Надеюсь, ничто не забыла. Нет, кое-что забыла.
Сейчас покажу. Это классные, мои любимые продукты. Угадайте, какие? Наверняка вы знаете уже. Это гремят. Это wellness. Я обожаю wellness-витаминки. И сейчас они не просто в привычном нам дизайне, а это потрясающий золотой дизайн. Это витамины номер один, которые творят просто чудеса с человеком. Помимо того, что они несут здоровье, красоту, прекрасное настроение, они продлевают нам жизнь. Жизнь не просто долгую, но еще жизнь, очень классное здоровье. Ребята, и вот на этой такой позитивной ноте я вам хочу пожелать всем здоровья, успехов, чтобы вы балдели от продукции Oriflame, так как балдею я, и используя все возможности, которые дает нам потрясающая шведская компания Oriflame. До встречи в следующих видео. А сейчас я уже собираюсь улетать в Египет на конференцию Oriflame, поэтому встретимся примерно через неделю с моим видеоотчетом. До встречи! Пока-пока!